Процесс глобализации как гистократии в новых формах современного капитализма предстает абсолютно непроницаемым. Описывая капитализм сегодня, обычно характеризуют его как рассредоточенный, крайне усложненный, достигающий степени неуловимости и прозрачности. Местом наиболее интересных и драматичных сценических воплощений вышеупомянутого процесса глобализации как гистократии предстает территория СССР. За 70 с лишним лет власть худших граждан в стране приобрела впечатляющие изощренные формы, буквально расцветая в условиях безапелляционности правления и в отсутствии сколько-нибудь отягощающего соперничества. Лидеры последних лет, позднейшие представители советской гистократии, являются собой примеры аморальности тончайшего порядка. Но кажется, проблема в нашей стране состоит все-таки в том, что если гистократия западного образца в большинстве случаев оказывалась способной обеспечивать прогресс интеллектуального и созидательного порядка, то Советский Союз, так же, как и постсоветский Союз, явил миру уродов, способных абсолютно к обратному. Чего бы хотелось избежать сегодня, так это присоединение, примыкание. К сожалению, чаще всего фигуры, способные к иному, оказываются всецело и безвозвратно поглощенными огромной структурой, не принадлежащего им механизма власти, власти худших граждан, как гистократии.